В Гродно состоялось подписание заключительного протокола проверки прохождения белорусско-польской государственной границы на приграничных водных участках и совместного контрольного осмотра пограничных знаков. Белоруссия граничит с Польшей на участке в 428 километров, в том числе по воде, территориям Гродненской и Брестской областей. Именно уточнение, проверка и фиксирование этих границ закрепили подписанием заключительного протокола представители пограничных ведомств двух стран. Тот факт, что подписание данного протокола стало возможным, значит много для обеих сторон. Это прямое подтверждение реализации наших суверенных прав. И я хочу отметить, что это первый опыт Республики Беларусь в выполнении работ по проверке прохождения государственной границы с одним из сопредельных государств. И в том числе и поэтому этот опыт для Республики Беларусь очень важен. Данная процедура довольно трудоемкая и небыстрая. Работа над ней началась в 2011 году. Подписание данного протокола является основой пакета документов, определяющих прохождение государственной границы с Республикой Польша. Это своеобразный паспорт границы, регламентирующий ее вид, протяженность, ландшафт и документационные нюансы работы. Мы подготовили ряд демаркационных, новых уже демаркационных документов с использованием современных технологий. Подготовлена новая демаркационная карта масштаба 1 к 10 тысяч. А на отдельные участки мы более крупного масштаба 1 к 5 тысячам подготовили карту. Это на мелкие реки. Подготовлены протоколы пограничных знаков и подготовлен протокол описания прохождения государственной границы. Это вот итоговые документы нашей работы. Впервые демаркация на этом участке границы проводилась в конце 40-х годов 20 века. Для суверенной Беларуси процедура демаркации границы с Польшей состоялась впервые. Точнее, раньше документация, которую мы располагали, была подписана еще Советским Союзом в 40-х и начале 80-х. Теперь же оба государства, Польша и Беларусь, имеют собственную пограничную документацию государственных границ, которая вводит, помимо всего прочего, совершенно новую нумерацию пограничных знаков, не та, которая была введена во время Советского Союза.